амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня старый добрый кроссаут. Это та самая игра, где мы из кучи металлолома собираем всевозможные постройки. Сегодня нас ждет битва автосборок, игра собирает нам абсолютно рандомную дичь, и на ней мы устраиваем сражение. Кстати, ссылки на игру я, как всегда, оставляю в описании, и переходя по ссылкам в описании, ты получаешь приятные бонусы в игре. Мы будем начинать. Ну что, битва автосборок. Ой. Нажимаем кнопку автосборки. Ура! И давай, собери мне... Битва автосборок! Тотальное фуфло. У него даже стручок вот этот сверху кривой, что ты поднимал. Не пусть я стручок. Я готов тебя убивать. А что у меня это самое? Инвизия у меня тоже нет. Я барахло как... А у меня есть. Барахолка на колесах, блин. А у меня дрифт... Нифига себе. Это в яму! Ой, я еще... И, бля... Ага, я понял. В яму это хорошо. Тут можно упасть в яму. Я понял, что это за карта. Это очень интересно. Как что ты же такое? Ты огромное, что несуразное, дебильное существо. Пошли в яму. Тебе это понравится. Ты видел эти ролики на ютубе? Огромное? Видел эти ролики на ютубе, где молотову в яму кидают? Ой, что ты такой? Что это такое? У тебя сколько пушек там? Что это такое? Пошли, пошли в яму, братик. Пойдем в яму. Че, издеваться? Я тебе... У я него, тебя не отпущу. Посмотри, 4 пушки было, какой мерзкий. Братик, ну давай в яму, пожалуйста. Давай. Вот, да, туда, ты правильно. Ну, вот давай да в яму. Я сам в яму ну. поеду, все хорошо, 1-0 в свою пользу. Все, я рад, да, падай туда, как Спарта. Правильно сделал, правильный выбор, братан. Яман тебе реально с пушками залетело сейчас, конечно. Я готов, я собираю дальше машину. Красивый. А что у меня сегодня маленькие вот эти вот... А у меня тоже... Говно, а не машина. Ты готов ну что, прыгать в яму? Посмотрим, чья фекалия лучше, твоя или моя. Господи, это звучит-то странно. У меня мигалка. Слышь, мигалку свою тише сделай. Колесики, идите к нему, бегите. Херачьте его. У него там вот эта вот страшная вещь. У него Шнек Шреддер, вот этот вот Дарт Вейдер у него. Да страшно, да Шреддер у меня... Ой, блядь, что тут делаешь? А ты как думаешь? Нет! Привет! Уезжай. Привет! Уезжай! Привет, уезжай. Дед! Уезжай! Бля, колеса уезжай. Везде, но не туда! Уезжай, уезжай! Чем он кидает? Дичь! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Пиу-пиу сейчас не будет, пиу-пиу! Ямар, значит, смог отвалилось. Ты меня отстрелил, падал. А что ты такой маленький, жирненький и плотненький? Ты Холдора, что ли? Вообще. Так он не плотненький, он просто жирненький, а тут... О, нет! Нет! Да отпадите, пушки вы у него! Почему у него жопы нет? Уходим! Мы маленькие! Мы полицейские, бля... Горю! Я вы колес не имею задних! Петуч. Да отпади, бля, нет! Сдохни, сдохни, пожалуйста. Братик бобер, у меня колес нет. Ты не знаешь, сколько у меня хп? Есть! Есть! У меня только колесо оставалось просто. Ты понимаешь, как тебе везет? Вот это вот, что это было сейчас вообще? Так, следующая автосборка. Давай ты будешь... Ты охренела, нет, почему ну была нормальная автосборка все предыдущая? Зачем мне этого жука дали? Вот это она, конечно, маленькая. Тут сколько у тебя очков брони мощности? Очков у меня много, а мощности не очень. Что я такое? Почему я такое где странное? Ты? Тебя бы первым увидеть и поиметь. Нет, не вот надо меня весь мой интерес и иметь. Меня надо... А что иметь это такое? Ты меня опять видишь? А что ты, такое маленькое? А я и сам не знаю, что я такое. И я не знаю, где ты. И мне это не нравится. Это, бля, не ты, что ли? Это мусор, блядь. Ты охренел, что ли, мусор? Это ты мусор, а я вообще-то уважающий тебя маленький автомобиль. Ты мусор, да? Мусор ты, а я маленький автомобиль. У тебя хороший машина сделана из мусора, как и все в этой игре сделано из мусора. Может, это а ты сделан из мусора, Антон, или ты не сделан я из да мусора? Из чего сделан машина, ты? Машина моя, да. Блин, по мосту только что проехал, тебя не видел. Блять! Ты куда стреляешь? Я не знаю, блин.
Куда оно стреляет? Туда, куда не надо. У него вот это совсем плохо все там. А, косая пушка. Ой, здесь блядь, отстрелил. Пушки больше нет, пушки больше нет. Я сейчас еще нафиг взорву, ты же слабенький. О, какой ты большой. Петух, все, блядь. Я выжил. 2-1. На-на-на-на. Давай, удиви меня. Не, я проиграю, мужик. У меня одна пушка, блядь. Да, зато конь урон там, интересно. И она на самом, блядь, видном месте. Стреляй прям в нее. Она огромных размеров, блядь. А, здесь и огромная пушка, ее, чтобы снести, Антон, очень много сил потратить нужно для того, чтобы ее снести. Бля, да иди в жопу, ты меня заметишь, мне будет жопа. Я тебя замечу, тебе будет жопа, это как бы, да, достаточно... Я еще оранжевый! Прогноз. О, хорошо. Боб-строитель, значит? Да, увидел огромную оранжевую байду, думал-то ты обрадовался. А это не ты оказался. Расстройство, да и только. Сплошные кругом расстройства. Какой злой оборзел. Мир. Оборзел Бобби котик. Что ты, блядь, такое, а? Ну а что ты, маленькая такое, чуча, а, блядь? А, ну все, у меня уже пушка дымится, мне пиздец. Стреляй в пушку, да, хорошо. Да, блядь, ага. Сначала лапу ему сломаем. Ты мне урон не наносишь. Да, а сейчас? Все, вообще лох. Да, что там проходит такое оранжевенькое? Не важно. Ах ты, дубина, чуть не упал, только что сам туда. Куда ты? И давай туда. Ах ты, шматок, слышишь? Я не могу спихнуть, конечно. Закуешь, да? Как дела? Да пошел в жопу, я сам полечу. Крабик, блядь, ты меня не убьешь. Выпускайте кракена. Следующая автосборка. И мне падает. О, маленькая херота, по кайфу, да. Тот самый момент, да. Когда Антон побеждает. У меня маленькая херота, блядь, розовая. Все, игра меня троллить начала. У меня лысая резина, мне жопа. Твоя маленькая фигота сейчас очень сильно будет превосходить над моей фиготой. Потому нет, что у меня фигота... Сколько у тебя пушек? У меня одна. Две. Большая? Одна, которая стреляет раз в полгода, нет. А что мне делать? А мне что делать-то, блин? В нашем случае. Ну, попадание, и ты выиграл. Так у меня пушки нет, считай, Антон. Одно попадание, а я стрелять буду полгода. Да? А знаешь, что у меня? У меня не дробовик. Знаю. И чтобы тебя бахнуть, мне надо к тебе подъехать. Вон оно поехало. А, ты с арбалетом, блин, нихера, иди сюда, блядь. Ну, куда ты спрятался с инвизом, блядь? Ой! А, все, минус пушка, блядь, да, конечно. Стрекон сильный, блядь. Конечно. Я сильный, духом сильный, я пацан. Сука. А ты чё? А ты сильный? Я да. Насколько ты сильный? Без пушек. Хочешь меня спихнуть? Да. Соси жопу, блядь. Жопу сосать? О, нет. О, нормально. Прям в кабину, бля, ему. Да убери вот это вот свой ковш, блин. Ты меня бесишь. Давай сделаем по-мужски все. Давай. Куда ты меня, блядь, тащишь? Сейчас мы сделаем по-мужски с тобой. Разочек, давай по-мужски сделаем с тобой. Металлолом, просто грязь. Сука, нет. 20 секунд у нас есть как минимум до того, как он перевернется. У него колеса, он уже предвкушает аромат победы. Петух, блядь, сколько тебе хп? 170. Пиздишь, бля, у меня 160, нему. Че делать будем, Антон? Че делаем, Антон? Петух. Грязный петух. 4-1, Антон, 4-1. Я просто промолчу, не буду ничего говорить про эту машину. Что-то пи***то. Это говно, честно сказать. Яман, мне сейчас жопу откусить и все. Тупо одна кабина, это же брони нет, Антон. У меня тупо кабина и колеса. Я металлолом. Ля-ля-лом. Где ты есть металлолом? Расскажи мне. Я чуть в дырку не упал. А чё, упал? Нормально было бы.
Ля ты крыса, конечно. Кто? Ты. Куда ты, блядь, делся? Ля ты крыса. Куда ты делся, блядь? А, неждан? Куда ты делся, сука? Переиграли? Блядь, ну ты... У тебя ж тачка намного больше, чем у меня, блядь. Тут все это ГГ, блядь. Ты видел мою машину, и поэтому сейчас таким голосом ехидным, падла, говоришь. Да, у тебя реально, я говорю, то, что у тебя больше машины, что ты мою видел? Ну, блин, нет, Антон. Подальше от дыр. А, вон оно, блядь, едет, с инвиза вышло. У меня нет инвиза, Антон. О. О, а чё ты сильнее-то меня? Ты куда меня везёшь-то? Петушара, блядь. Что меня там жрёт? Что меня там жрёт, говорит? Пиздец, ну блядь, вот это, сука, что это, блядь, объясни мне такое? У меня колёса заточённые, офигительно. Маленький пикапчик одержал победу. 4-1, нет, там, да там немножко мокро было. Хуже тачка, вот здесь и мокро. Ну 4-1 же, было бы 4-0, ой, 5-1. Так, было 5-0, была в сухую, а 5-1 это немножко в мокрую. Ну, чуть-чуть мокрую, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть увлажнили Антона. Так, значит, что происходит? Я победюн сегодня, я... Это круто. И сейчас это мне выпала нормальная битва. Машина. Ну, автосборок. Хочешь поиграть? Заходи, играй. Ссылки на игру в описании. Переходя по ссылкам в описании, ты получаешь приятные, офигенные, вкусные бонусы в игре. Quantum Kratos был с вами. Ссылки на игру в описании. Переходи, получай бонусы. Пока. Это Антон попрощался. Пока-пока.